Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем сделать новогодний магический шар. Нам понадобится любая фигурка, которая вам нравится, кусок пенопласта, любые блестки. У меня вот такая мелкая пыль для дизайна ногтей. Вот такие блесточки покрупнее. Баночка с закручивающейся крышкой. У меня вот такая обычная из-под кабачковой икры. Глицерин. И клей. У меня клей титан. И еще я использую вот такую салфетку спиртовую для того, чтобы обезжирить поверхность банки. Для начала мы берем любой кусок пенопласта и обводим крышечку от банки. И аккуратно ножиком вырезаем нашу пенопластовую платформу, которая будет крепиться на крышку. В итоге у нас получилась вот такая заготовка. Пенопласт мы приклеили к крышечке. И саму фигурку тоже приклеили к пенопласту. Теперь мы попробуем задекорировать нашу платформу, на которой стоит ангелочек. Я хочу покрыть платформу пенопластовую обычным прозрачным лаком и сверху нанести блестки. Блестки нужно наносить очень быстро, пока лак не застыл. Вот такие блестки я хочу нанести. Это обыкновенные блестки для дизайна ногтей. Смотрите, где я нанесла лак, пенопласт прям вдавился вовнутрь, а вот здесь осталось ровненько. Поэтому нужно от фигурки отступать немного места, чтобы она у нас вообще не провалилась. Я не буду декорировать вот это место, потому что краешки пенопласта, потому что когда накроешь банкой, вот этот срез будет не видно. Так что вот оставим вот только вот так вот блестки сверху. Теперь мы перейдем к приготовлению раствора, в котором будет находиться наш ангелочек. Для этого нам понадобится глицерин и обычная вода. Лучше использовать дистиллированную воду, но если такой нет, можно использовать обычную. Для удобства я взяла вот такой мерный стаканчик. Пропорции у нас будут 1:2. Одна часть глицерина и две части воды. И теперь добавляем воды. Теперь переливаем жидкость в баночку. И добавляем блестки. И теперь опускаем ангелочка вот таким образом. Закручиваем плотно крышку и переворачиваем.
Вот наш ангелочек готов. Теперь давайте попробуем потрясти банку.